Всем привет! Вы на YouTube-канале Петров ТВ. Сегодня у нас очередная посылочка с AliExpress. Стоила 55 долларов, прибыла за 39 дней. И это у нас смеситель в ванную комнату с термостатом. Давайте распакуем, посмотрим, что внутри. Коробка немного помялась. Здесь у нас брошюра. Сам наш кран в таком вот беленьком чехле. Достаточно неплохо выглядит. Тяжелый. Здесь, как вы можете видеть, термостат до 38 градусов. Если хотите теплее, нужно нажать эту кнопочку и прокрутить далее. Здесь у нас регулируется подача воды. Давайте посмотрим, что у нас еще идет в комплекте. Две резиночки с сеточкой. Шестигранный ключик. Такая вот упаковочка. Здесь также у нас две резиночки уплотнительные, даже три. Такие вот эксцентрики. И декоративные накладочки. Для большей наглядности вот что у нас было в комплекте. Сам наш смеситель с термостатом. Две такие декоративные накладочки, две резиночки с сеточкой, шестигранный ключик. Три уплотнительные резиночки и такой вот эксцентрик. Здесь у нас резьба 1/2, здесь у нас 3/4 по самому смесителю. Значит, здесь у нас обозначение ход горячая вода, холодная вода. То есть, для того, чтобы установить данный смеситель, здесь у вас должно быть с левой стороны подача горячей воды, здесь холодная. Если наоборот, то данный смеситель с термостатом работать попросту не будет. Давайте проверим, сколько весит наш смеситель. Весит он 1 килограмм 385 грамм. Расстояние у нас между осями подключения 150 миллиметров. Процесс замены старого смесителя на новый достаточно прост. Выкрутил две накидные гаечки, вытянул старый смеситель и установил новый. По центрам у нас 15 сантиметров, поэтому он идеально подошел. Как работает данный смеситель? С левой стороны у нас включение и выбор напора воды, который нам необходимый. С правой стороны у нас выбор необходимой температуры. Если хотим сделать холоднее, крутим по часовой стрелке. Сейчас у нас должна быть холодная вода. Далее крутим против часовой стрелки, упираемся в ограничитель. Здесь у нас приблизительно 38 градусов. Далее по видео я вам по градуснику это покажу. Если вам необходимо сделать намного горячее, нажимаете данную кнопочку и проворачиваете против часовой стрелки далее. Здесь у нас будет самая горячая вода, которая есть у вас в системе. То есть данная кнопочка сделана для того, чтобы случайно вы не получили ожог. Теперь давайте возьмем такой вот градусник и проверим. Здесь у нас уперлось на 38. Включим напор воды и проверим, что будет показывать. Как видите, приблизительно 38, максимум 39 градусов. Сделаем прохладней. Вернем обратно на 38 градусов. Все абсолютно четко у нас работает. Вне зависимости от того, больше напор мы сделаем или меньше, температура у нас должна быть приблизительно постоянная. Сейчас точно 39, ближе к 40. В общем, 38-39 градусов он у нас держит. Если необходимо сделать горячее, как говорил, нажимаем нашу кнопочку и проворачиваем далее. И как можете видеть, температура у нас пошла вверх. Если можно так сказать, провел полевые испытания данного смесителя. Главная задача, которая перед ним ставилась, когда принимается душ, чтобы не было перепадов температуры. Холодный и горячий. Это очень хорошо, если у вас есть проблемы с балансировкой. То есть у вас с крана течет то холодная, то горячая вода, что очень неприемлемо, если вы купаете ребенка. С данной задачей данный кран с термостатом справился на отлично. То есть вне зависимости от того, кто-то моет рядышком тут в ванной руки или смывает унитаз, то напор здесь меняется, а температура
Нет, поэтому данный смеситель, в принципе, можно рекомендовать. Ссылочку, где его приобретать, я оставлю в описании. Если хоть как-то было полезно данное видео, ставьте лайк, не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!